По меньшей мере 6 человек стали жертвами железнодорожной катастрофы в Марокко. Более 80 получили ранения. Практически все пострадавшие, сообщают официальные источники, находятся в тяжелом состоянии. Власти не исключают, что число погибших может возрасти. Инцидент произошел к северу от столицы Марокко Рабата. Поезд, направлявшийся в город Кенитра, сошел с рельсов и перевернулся у населенного пункта Сиди Букнадел. Место происшествия посетили глава МВД Марокко Абдель-Уафи Лафтит и министр транспорта Абдель-Кадер Амара. Они отслеживали процесс эвакуации пострадавших в военный госпиталь. Причина катастрофы выясняется, ведется следствие.